У нас начался рабочий день. Всем доброе утро. 8.08. Правда, у нас 15 часов дня. Мы после вчерашнего выспались. Все, выгрузили помидоры. Занимаемся промывкой и сортировкой. Что на консервацию, что какие поганенькие, где будем обрезать, на томатный сок пускать. Сейчас вот это все у нас. Что тут? О, он полный, этот здоровый тазик. По-моему, не скажу, чтобы сейчас я не сказала чепухи, какой сколько литров в нем. Не помню. Ну, здоровый, короче. Здесь получается два ведра. Одно 16-литровое ведро полное, а второе, кстати, вот я хотела посмотреть его литраж. Не написано на нем, что ли? А на нем не написано. Ну, 10-литровое, наверное. Может, тут-то. Всегда 500. Может, на бумажке на этой было написано. Надо замерить. Придется замерить как-то его водой. Короче, вот это вот. Ну и как раз будем знать, сколько у нас чего получится в 3-литровых банок с такого количества ведер. Так. Ну, так перемыты помидорки. Такие, конечно, им бы еще, наверное, чуть-чуть дозариться. Ой, даже не знаю. И вот так вот. Сейчас что-нибудь буду еще раз вот эти помытые теперь перебирать. Самые-самые красивые в баночку. Ну, хотя бы вот такой. Твердючие они, конечно. Ну, посмотрим. Мои вчерашние заготовки. Огурчики с кабачками. Огурчики. И кабачковая икорка. Ну, еще тепленькая. Сейчас немного постоит, подпишу. И в подвал на хранение. Так, а Дашенька мантулит кукурузку, будет варить. Свеженькую. Так у нас вчера руки и не дошли. Сегодня будет, да, Дашуська? Да. Еще и у нас и остается. Она уже испортилась. В смысле, старенькая? Ну, такая она вся уже. Да нормально, пойму. Это мы уже это, носом крутим. Кирюнька, а ну на. Будешь играться лежать, да? Или кушать будешь? Тут домашние уже зажрались немножко. Перебирают харчами. И Кирюшка перебирает. Так, ну, на начальном этапе мы определились, в общем, перемыли еще черики, маленькие у нас помидорки, решили из них только сок делать, и начнем с них. Как-то у меня, я немного торможу, у меня нет этого такого начнем. Сильного. Надо же включить сначала. Представляешь, в розеточку, да? Сейчас я сварю черики, а потом буду думать, что со сливкой делать. По идее, должно получиться. Забыл, Игорь Владимирович, что надо ж разделять и зерна в банку от сразу плевел. Ставить. Сюда банку ставить. А этому же еще ближе. Куда еще ближе? Стой. Ну, две тары надо ставить. Одну на сок, одну на вот эту какашку. Вот банка стоит. А ты что тут? На сок. Па, убери. Thank you.
И вот это с вот этого ведра получилось. Тут мне на одну трехлитровую баночку всего лишь сачка. Сейчас ставлю на плиту и варю. Закрыла одну банку и не могу больше ничего делать. Работоспособность у меня на нуле. Помидоры стоят, все стоит, а я не могу. Сейчас икну тебе. Пришла Игоря проведать. Вот парень, хоть кто-то у нас в семье сегодня работает. Ну. Трудяга ты наш. Мне сейчас нужен этот. Андрюха. Я сейчас как раз не... Вот. Кое-что спрошу. Игорь у нас такие дела вытворяет, вытворяет. Вытворяет, вытворяет. Смотри, как он гоняет, да? Кирюша вот это, да? А-та-та, смотри, пыль столбом. Кирюша, Кирюша, ой-ой-ой-ой, коровки, коровки там, да, Кирюшка, Кирюшка, ой-ой-ой-ой-ой. Забери его, пожалуйста, на огород. Я сейчас... Кирюш, идем на огород. Кирюш, идем. Иди быстрее. Иди. А если он мне сейчас... Кирюш, иди сюда. Кирюш. Ой-ой-ой. А ну давай, а ну, только аккуратно, пробежи, Кир, недалеко, сюда иди. Кирюша, иди сюда, ты что делаешь сюда, иди, скотина, иди сюда. Кир, сразу, Кир, нельзя, нельзя, сказала. Иди сюда, скотина, сюда иди, нельзя, нельзя, сказала, сюда, подошел сюда, Кир, сюда подошел, нельзя, возьму. Зараза такая. Иди сюда, сказала, лапу не поднимай свою. Вот туда иди, к воротам. Вот тут гуляй. Взяла палку. Иди отсюда. Подбежал сразу на огурцы, ногу поднял. Скотину такую. Кир, вот там жди, пока папа позовет тебя. Кир, нет. Кир! Иди сюда. Все, пошли к папе. Пошли к папе. Па, забирай его. Па. Зараза такая малая. И по арбузами, блин. Слон. Нужен он мне тут 300 лет, этот Кирюша. Фух. Такие у меня тут арбузики. Марбузики. Так, а вот мои кабачатки. Ну, такие симпатичные. Стоят себе, растут себе. А огурчики какие-то страшненькие. И удобрила я их, и полила. И перед поливом в прошлый раз земелечку... Блин, затык у меня на некоторые слова происходит. И все тут перчик. Перчик, перчик. Красивый такой, маленький, ну такой, смотрите, как рясно-острый перчик. Вот красивый кустик. Так, я пока бездельничаю, вот это, думаю, поснимаю, выйду, пройдусь, я воздушком подышу. Вот такая я бездельница. Вчера показывала, что у меня тут зазульки навязались, и у меня в литровую баночку не влазили, ой, не хватало штучки. 3-4 я пришла, их сорвала. И класс, и они мне как раз угодили. Я их в баночку положила. Такая красота. Что тут у нас еще с огурцами есть сегодня? Нету. Ну, вчера я хорошо их сняла. Почти что под ноль. Вот такой, да?
хороший огурчик, не надо, чтобы он перерастал. Сейчас что есть такое симпатичненькое, посрываю. Что есть и если есть. Так. Ну, такой красивенький. Ну, пока их мало, сейчас в кулечек в холодильник положу. И до следующей консервашки. Вот видите, какой симпатичненький. Да, река мне идет, тоже решила, видно, прогуляться. Мы сегодня какие-то все на расслабоне. Так, тут же совсем малюсенький огурчик. Вот так вот, 3 штучки, что ли. Ой, боже мой, страшенный урожай. 3 штучки, это вообще. Так, здесь мои огурчики. Как себя чувствуют? Вроде бы нормально. Это моя редисочка. Редички. Дайкон. По зелени ничего не понятно. Либо бурьян, либо что тут? О, портулак. Везде портулак. Пока не видно там ничего. Переходим на... Здесь у меня 1, 2, 3, 4, 5 кабачков. Остальное патиссоны. И о чудо! Друзья мои, о чудо! Патиссоны начали вылазить. Вот так вот земелька приподнимается. Это значит, будет там патиссончик. Обалдеть! Патиссончик. Нифига себе, как долго они сходили. Не помню, когда я посадила, какого числа. Никакой цветной капусты тут у меня и не пахнет. А, садить дайкон я опять не вышла, потому что бывает настроение, готов рвать, метать, делать огромные какие-то дела. Еще и параллельно. А сегодня ничего я не готова делать. Никаких дел. Ни параллельно, ни вообще никак. Поэтому такая вечерняя прогулка. Сейчас еще схожу к Игорю Владимировичу. Проведаю его. Хоть он что-то сегодня делает. Ничего с помидорами, короче, я так поняла, до завтра не будет. Какое-то у меня нестояние. Нестояние. Не могу. Ой, ну так всегда, я же огурчики подсобрала, положила и пошла. Это чудо, что я вспомнила, блин, про них. Господи, надо же забрать. Вот еще чутка подсобирала огурчиков, забираю. Ну что ты? Па, рассказываю про Кирюшу. Выбежал, сразу к огурцам ножку поднял. Побежал туда к самшиту, или как они, кашки эти называются. Ножку поднял. Я ему: Кирюша, нельзя. А Кирюша ж пофиг, что когда мама говорит, он глухой. Потом по арбузам метнулся. Смотри, мне надо здесь это контур заземления. Угу. Ты с музычкой, да? Тебе тут весело. Да, кайфую, да. Танцую. Везет тебе. Ты куда земельку вывозишь? Я вот сюда сразу за забор. Можно на огурцы их взять. Там как раз корни открыты, присыпать отлично, если что, чтоб ты знал. Ну, вот она поверхностная, тут нет хорошей земли. Тут или грудки, или эти, с какими-то камушками. Угу. Понимаешь? Угу. Или такая полуглина, непонятно что. Понятно. Юра говорит, берешь это, я 6 метров пробыла в трубу, побыв, достав, выбив земельку, опять побыв. Говорит, что ты тут 1,5 метра? Вова говорит, закажи это, бурильщиков, они тебе за час. И сука, ты за час откинешь этим бурильщикам.
пару тысяч минимум, а то еще 1000-3. Можно и заказать все, что угодно с Марса, чтобы привезли. Только откидывай денег. Пришла, потанцевала. Молоко завтра он позвонит или в 12, или в час наберется, ориентирует, когда там. Я же сам бы и завелся, то ориентирует, это бывает. На базар бы привез, я бы забрал. Блин, ну нам не мешает вообще. Мешает, ты кажешь, это копать именно мешает. Ты копать, а потом забивать. На твою музыку мне придут авторские права. Ваш комментарий. Зашипели. Так, я там выключила. Все, я пошла, па. Давай, я шучу. Не держишь меня, не? Ко мне пришла сама. Кирюшка хэкает, ходит. Все, на этом все, друзья. Я пошла на боковую. Нет у меня сил. Не могу, не хочу. Я лучше с утра с новыми силами встану, как захвачу все и все. Так что всем счастливо, всем пока. Завтра будет день и будут новые свершения. Все, всем пока.